за подлещиком. Тишина полная. О, здесь много чего. Здесь окунь крупный, щука, да, голавль. А сейчас везде почему-то так. Так просто хожу, я говорю. О-о-о-о-о. Вот прям поклевка. Так, вот вроде местечко неплохое. Попробую здесь. Очень сильно все поменяло. Здесь раньше вот в этом месте. Я не помню, что там, не то дерево было. Вот если я рухну отсюда, ржач будет полный. Прям аж мурашки по телу. Вау. Солнце светит мне в правый глаз. Не видно ни хрена, куда кидаешь. Его когда проводишь, ждешь прям бум, вот этот удар. Поклевку. Даже если рыба не попадается, уходит, все равно приятно. Как же это приятно. Так, сейчас немножко подождем. Пусть он сплавится. Плавающие ублюдки темы хороши, что вот можно его раз сплавить. И он в нужном месте должен пройти у нас. Сейчас под деревом попробуем. Вот это я не уверен, что была поклевка. Возможно, ветка. Но почему тогда он ее прошел так легко? Если поклевка, то очень вялая. Значит, пришли на новое место. Здесь раньше был перекат. Я не знаю, сейчас непонятно ничего. Но вот здесь, где мы сейчас стоим, раньше сюда пройти было нельзя. Попробуем здесь. Здесь я ловил и окушков, и голавчика. Полосатика вперед еле-еле, не жадно. Копечки очень слабенькие. Риджи 35F. Такой красавчик. Скажет, куру надо было взять. Ну вот опять доказывает то, что мы нашли нужное место, нужный воблерок. Поймали долгожданную рыбку. Поклевывает вяло, конечно.
но клюет. Надеюсь, нам еще и повезет. Надо, наверное, немножко подождать. Расшугалась она, рыбка наша. Риджи дорогие уберки, но рабочие. Вытаскивал, не знаю, видно вам было, нет, просто спиннинг отдыхал, клюнул маленький окушок, значит, здесь есть, продолжаем. Берет на ровную проводку. Такое ощущение, что он стоит ближе к берегу. Сейчас попробуем вот за этой конструкцией кинуть. Там мы еще не шугали. Аккуратненько пройдем. Аккуратненько не получилось. Там практически сразу он, по-моему, нас взял. И второй вот маленький окушок спиннинг отдыхал. Мы устроили перекур. Сразу взял, но мы сейчас туда немножко отдохнем, мы вернемся. Ветер, зараза, возможно, из-за этого плохо поклевывает. Мы сегодня поймали полноценного одного окуня, ну и один прям вот сошел, маленький, но все же сошел. Не хочет. Уберок рабочий. Опять ваши бутылки, банки. Мешком ходите, идиоты. Ну, кстати, надо здесь отдать должное. Не так много мусора. Принесет потихоньку, потихоньку. Ну, Риджик, вперед. Сейчас прям под самой ветки.
классно. Да, кстати, мы сняли поводок. И флюрик сняли. Там гуляет и кушал. Может быть, это нам и принесло удачу. Пока мы тут возились. О, поклевка, поклевка, ребята, была. Ай-яй-яй, окуневая поклевка. Вот так он вяло берет, так вяло. Под ветками стоит. Ну что, сегодня, в принципе, окунь поклевывает. Довольно-таки неплохо, скажем так, для подмосковных. О, просто лежал. Обер просто сплавлялся. Была потычка. На медленной, прям практически сплавляемой проводке. Рыба, значит, наверное, пассивная. Поклевки вялые, но клюет. Надеемся, мы еще что-то поймаем. Ну а так, в принципе, рыбалка так более-менее удалась. Наши подмосковные реки что-то перестала поклевывать, набаловала нас частыми поклевками. Есть. Да вот это он аккуратно поклевывает, он практически его заглотил. Вот у нас второй полноценный окушок. Полосатик, давай распушись. Такие малявки поклевывают. Вот мы его аккуратненько получилось достали. Нравится мне, когда они в воде свои такие вук делают. Вук. Ну, плыви. Вот опять же тряпочка наша пригодилась. Раз. И ручки чистые. Не знаю, насколько камеры хватит. Значит, проводка вообще засыпай, я ее называю. Единственное, где течения нету, мы немножко раз подергиваем. Очень медленно ведем. И чуть-чуть подергиваем. Не подергиваем даже, а так как-то придаем ему скорость. Хорошо, что мы с этого места не ушли. Сейчас опять попробуем сплавить его.
под эти кустики, но я думаю, что надо подождать. Что мы сейчас и сделаем, вытащим и подождем. Ну вот, нет, там окунь есть, гуляет. Ну вот. Мы на реке Паха. Немножко сейчас передохнем. И снова в бой. Поют птички. Летают чайки. Не очень много мусора здесь. Это приятно. Я думаю, там он тоже затаился сейчас. И мы затаимся. И отхватим свой приз. Вот он. Совсем маленький. Вот такой. Вот такие окушки порой клюют вот на такие воблерочки. Вот такой малыш. Вот он. Сейчас очухается и бжик-бжик убежит. Ну вот, это уже третий. Именно пойманный. А так и поклевывало. И один где-то такой же у нас сошел прям над берегом. Проводка опять же медленная очень. Вот сейчас опять, по-моему, была поклевка. Но опять же, наверное, такой же или еще мельче. Толкает он его. И вот здесь под берегом почему-то не берет. Берет вот там, под кустом, прям под зеленым. Сейчас рискну, вообще пытаюсь под дерево его сплавить. Медленная. Вот такая проводка. Немножко мы, может быть, подергиваем, где течения нету. Мимо. Но здесь мы уже так неплохо расшугали-то их. Надо ли подождать? Или местечко сменить? Даем сплавиться. Где-то в нужном месте и потихоньку начинаем играть. Рискуя, конечно, там ветки могут быть. Так, тут походу затишье примерно. Вон там что, туристы что ли? Или мусор собирают, ходят. Ой, молодцы, мусор собирают. Кто же их туда так заставил-то?
Прям под берегом. Под берегом прям. Я даже охренел. Я даже не ожидал. Распушил пушистик. Вот такой пушистик. Ой, я тебя за глаз, нифига себе. Бедолашка. Кобзда твоему глазу, походу. Вот такой вот воблерок. Вот такой вот окушок. Ну что смотришь? Домой? Домой. Домой. Лови. Тряпочка. Ну, я считаю, что рыбалка удалась. Половил на славу. Можно попробовать, конечно, другой воблерочек еще поставить ради интереса. Попробуем ради интереса заменить приманку. Так, где-то у меня были другие малыши всякие. Ай. Какая уже вторая за третий заброс. Пока даже поклевки нет. По тем же местам идет. Да, ридж все-таки рулит. Сейчас для сравнения поставим ридж. Еще один заброс сделаю.
Все. А еще бомберочки, вот такие вот маленькие, вот такие с красным глазом, ну не обязательно с красным, то есть вот модельки такие, тоже неплохо работают, очень славно и достойно. Вот они, оглендаклинги, раз, два, три, вот эти. Но мы сейчас поставим все-таки риджику. Насладимся уже до конца. Куда я его спрятал-то? Никто не помнит. А, вот такие юзури работают хорошо по головлю. Именно такой размер. Размер точно я вам не скажу, не помню. Если интересно, могу. 5-граммовые. Могу потом подсказать. Ну вот, запускаем ридж. Сейчас посмотрим. До этого мы 3 или 4 заброса делали маленьким оглендаклингом. Ага, потычка. Есть. Вот вам, пожалуйста. Это уже покрупнее. Вот вам живой пример того, что правильный воблер. Висит сейчас плохо. Может сейчас соскочить. Но нам все равно отпускать. Вот такой окунек. Ридж. Вот такая славная рыбка водится в Пахре. Воблерок ридж. Ладно, все, отпускаю тебя. Одна была, видно, пробная у нее потычка. А может, другой какой-то. И вот такой славный окушок. Так, сюда камеру. Вот так. Да. Поплыли домой. Мама меня убьет. Ты же на кур, это как на корм курам должен был идти. Вон он. Поплыл домой. Вообще отпускать так же приятно, как и ловить. Ты такое ощущение, что вот даришь, что ли, жизнь. Даешь шанс. Да и вообще, если мы есть ее не собираемся, зачем нам ее забирать? Рыбалка очень получилась. Скажем спасибо воблерочку Ридж. Он отработал прям на все 100. Вот мы походили к тому слову, что надо ходить, двигаться со спиннингом. Вот мы походили, нашли место. И здесь уже можно остановиться. Насладиться рыбалкой.
Но опять же, на этом тоже зацикливаться не стоит. Просто время уже у нас подходит к концу. Комары какие-то. Нам сейчас надо уже потихоньку собираться. Поэтому особого смысла ходить я не вижу. Единственное, можно вот на разведку сходить, но по этим кустам не горю я что-то желанием лезть. И вот еще, да? Вот мы поймали его и продолжаем дальше ловить. Особо уже не поклевывает, поэтому надо затаиться, сесть и подождать.